19 февраля в рамках рейда «Перевозчик» мордовские водители автобусов, маршруток и большегрузов в очередной раз подверглись проверкам со стороны инспекторов ДПС. Стоит отметить, что в прошлом году по вине перевозчиков произошло 33 ДТП, в которых один человек погиб и 37 были ранены. Поэтому, как отмечает ГИБДД, главная цель таких рейдов – снизить аварийность. Добрый день. ДТП-перевозчик. Каждая остановка начиналась с проверки необходимых документов для осуществления пассажирских перевозок, наличие огнетушителей и аптечек в салоне, а главное – исправность транспортного средства. Особое внимание уделялось проверке школьных автобусов и их водителей, от которых зависит жизнь и здоровье юных пассажиров. Скажите, пожалуйста, а что, вот, по вашему мнению, самое главное, когда перевозите детей, все-таки это особая какая-то ответственность, да? Не торопиться. Главное дело не спешить. Основными нарушениями, как показал рейд, по-прежнему остаются непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, нарушение расположения на проезжей части дороги и другие. Только за один день профилактического мероприятия у перевозчиков были выявлены более 100 нарушений. В отношении должностных и юридических лиц начаты проверки для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, уточнили в ГИБДД. Екатерина Чернянина, программа «Происшествия».